После того, как вы получили фьюжн-диаграмму, надо выйти в Tools и опубликовать ее. Вставлять надо. Копировать. И вставим в блок. HTML. Перед этим, конечно, надо сделать доступный. Доступ сменить на общедоступный. Посмотрим, что получится. Да, вот можно ли вставлять сайт, я еще не пробовал, сейчас попробуем. Сайт вставляется нормально. И попробовать ссылку в Google вставлять. Не получится. В Google Plus вставить. Выходим в Google Plus. Там ссылку можно вставлять, да? Давайте ссылку возьмем. Копировать. Google должна ссылкой вставляться. Вышли в Google. Ссылка. Вставить ссылку. Поделиться. В Google вставляется ссылка, которая открывается потом в HTML.